Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Тысячи столичных учителей стали обладателями грантов за вклад в развитие московской электронной школы. За 3 года существования МЭШ педагоги более чем из 360 школ города получили грант мэра Москвы за вклад в развитие проекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города. Учитель истории школы номер 14 Борис Карпов стал тысячным обладателем гранта. Его блоком интерактивных сценариев уроков на тему «Россия в 17 веке» для 7 класса коллеги воспользовались более 1700 раз. В пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы отметили, что учителей мотивирует не столько денежное вознаграждение, сколько профессиональное признание коллег. Помимо этого, разработка образовательного материала, который доступен миллионам пользователей платформы Московской электронной школы, это уникальный опыт. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!